Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня вот такая интересная система приобрел сегодня под названием Yamaha. Вот такие вот колонки с колонками. И вот такая вот интересная система. Ну, давайте посмотрим ее. Видите, это в виде сделано одного блока. Система мощная довольно-таки. Потребляемая электрическая мощность 170 Вт. Сделано типа ресивера на 5 каналов, плюс сабвуфер, там можно подключать. В общем, довольно-таки мощная система. Здесь чейнджер на 3 диска. Такого она серебристого цвета, темного такого, серебристого. Вот, вместе с кассетой. Ну, давайте сейчас попробуем включить. Сам первый раз его сейчас пробую. Смотрите, какой красивый дисплей. Обалдеть, да? Вот. Система. Ну, здесь открывается у нас лоток дисков. Проворачивается. Показывает все диски, какие у нас есть. Ну и закрываем, да? Ну, например, второй диск хотим послушать. Здесь вот, я так понимаю, перемоточки. Видите, подсвечивающие клавиши какие обалденные, да? Все видно, не промахнешься. Вот это, видите, кнопочки input. Там очень много выходов. И мини-диск, и AUX, и видео, магнитофон, и чуть ли не фона там. В общем, друзья мои, там много выходов, входов. Вот, довольно-таки. В следующий раз, наверное, покажу заднюю сторону. Сейчас пока первое знакомство, послушаем его и посмотрим, как он функционирует. Здесь вот настройки. Видите, 5/5 только громкость сделал. Здесь вот для наушников вход 3,5. Мини-джек, бас, тембр, мод, Dolby NR, запись, пауза, автомануал, memory, handle, repeat, time, дисплей. Давайте нажмем, видите, клок часы, 21:37 сейчас, тюнер. Оф, оф. Трехполосные колоночки. Вот это средний динамик, вот это как бы низовый. Ну-ка, опять открою. О, тихо выезжает. Опять показывает нам все диски, да? Ну, давайте сейчас посмотрим первый диск, как он будет играть. Видите, здесь даже какая-то есть диаграммка такая. 100 Гц, 350, 1 кГц. 3,5, 10 кГц. Так.
Так. Видите, вот эти вот кнопки поярче подсвечиваются, которые играют в CD, да? А вот эти кнопки на кассету, они чуть-чуть светятся. Вот. Установил на смартфон программку. Можно со смартфона. Он сейчас продавался без пульта. Пульта нету на него. Но здесь все функции, можно вручную все сделать. Все дублируется на пульте. То есть настроить. Есть такие комплексы, где иной раз очень сильно пульт нужен. Но на этом комплексе можно настроить все без пульта полностью. Вот такая интересная штука. Дисплей очень симпатичный. Давайте сейчас попробуем записать. Я здесь уже записал. И сейчас мы переключимся на... Это играет кассета уже. Сейчас громкость сделаю. 10. Ну, в принципе, более-менее нормально, да? Сейчас покажу, как он... Видите, ребят? Кассетка как выезжает. Вот на такую кассету идет запись, видите? Кассета еще старого плана. Какая-то, видите, Мороз Рекордс. Рушники. Песняры. Вот такая вот, ребят, у нас кассетка. Ну вот видите, как она задвигается туда. Оп! Красота! И это, видите, она такая крышечка здесь. Как бы она мягенько так. Оп. И вот кнопочки здесь. Вот здесь фиксирующаяся вот в это положение. Вверх. И это вверх. Вот. Видите, как получается. Давайте вот первый диск попробуем включить. Первый. Так. Ну-ка, третий. Сейчас как он. Ну, довольно-таки тихо он переставляет диски. Сейчас должен включиться третий диск. Ух ты. Сейчас потише сделал. Здесь он до 60 регулируется, ребят. Очень мощно работает. Поэтому я здесь даже сейчас вечер уже боюсь здесь сильно делать. Но то, что он качает хорошо, можете не сомневаться, ребят. Так, сейчас посмотрим, как он переключает. Быстро довольно-таки песенки переключают, хорошо. Да, ну-ка. Быстро песенки переключает. Ребят, почему я не заинтересовался
вот этими комплексами по поводу Айвы в предыдущих видеороликах. Мне понравился ресивер, ребят, сейчас с S90 колонками. Офигенно играет, ребят, не надо никакого большого усилителя старого покупать. Я его приспособил, очень здорово играет. И вот я по этому пути пошел, вот сейчас вот попался вот эта Yamaha. И она тоже, по-моему, транзисторная. Но мы, знаете, в следующих роликах попробуем крышку снять эту, посмотреть там, что внутри. Но он тяжелый, ребят. Где-то там трансформатор такой хороший стоит. И вот я думаю, что вот такие вот комплексы с хорошими колоночками можно даже использовать. И будет прекрасный звук. Мощно играют, да? Вот, и хорошо. И стоят они недорого, да, по сравнению там с такими, с большими усилителями. И вот если вот по такому пути идти, покупая вот голову хорошую, транзисторную, потому что вот этот 2001 года выпуска, потому что дальше потом вот эти Yamaha пошли уже импульсные. Они там Piano называются серии. Но они тоже дорогие, как бы в 10, 15 тысяч, 20 даже достигают, в зависимости от модели. Ну, типа таких же тоже, как колоночек там. Вот, но они менее мощные. То есть вот этот очень мощный аппарат. Видите, вон здесь модель у него. Сейчас скажу. Видите, мини-компонент систем GX707. Здесь 5 каналов и 170 ватт электрическая потребляемая мощность. То есть 5 каналов плюс возможность сабвуфера. Ну, мы в следующий раз там заднюю стенку еще посмотрим. Ну, комплекс мощный, в принципе, для хороших колонок, в принципе, подцепить. Я думаю, будет играть ой-ой. Вот по такому пути мы развитие пошли. Ну и посмотрим, как это будет функционировать. Запись хорошо, даже на такую кассету легла. Видите? Более ярко загораются вот эти кнопки. Вот это уже. Значит, давайте посмотрим, какие здесь выходы есть. CD. Так, видео. Выход ВКР, это видеомагнитофон, AUX, МД и тюнер. Ну, здесь есть настройки разные программные. Это уже Pro Logic там и так далее идут. Ну, такая вот, друзья, моя система интересная. Yamaha. Сама коробка это сделана в Малайзии. Ну, еще качество в то время еще было. То есть, я так понимаю, это не импульсный усилитель. Нормальный там трансформатор тяжелый, хороший. И сам блок, видите, он большой, тяжелый. И это хорошо. Вот и колоночки, видите, в принципе, довольно-таки неплохо играют с ними. Ну, будем дальше его юзать. Это первое знакомство. Смотрите следующие ролики. До свидания.